Василий Иванович Качалов. Это не просто легенда о большом актере. Это легенда о большом человеке. Когда думаешь о прекрасном в искусстве, то думаешь о Василии Ивановиче Качалове. Василий Иванович Качалов действительно покорял всех. Удивительная вещь. Все говорят, что он был праздничен, что он шел празднично. И я могу повторить эти слова. Люди, встречая его, всегда останавливались и потом смотрели ему вслед. Если кто-то из нас хоть в какой-то степени ощутил счастье и силу в искусстве, я думаю, что здесь большая доля примера такого великого артиста, человека, гражданина, как Качалов. Красивая Московская улица раньше называлась Малой Никитской. Теперь она носит имя Василия Ивановича Качалова. Это не случайно. Здесь он одно время жил. Сюда, в дом звукозаписи, что расположен ближе к Садовой, он часто приходил, особенно в последние годы. Именно приходил, не приезжал, проделывая свой привычный путь от Брюсовского переулка через Никитские ворота сюда. Он шел по улице, с ним здоровались незнакомые люди. А иногда только оборачивались и стояли, провожая глазами. Неловко было нарушать эту сосредоточенность. Он шел всегда не торопясь, думая о своем. А здесь, в доме звукозаписи, его всегда ждали и волновались. Придет сам Качалов. Он приходил в студию, прохаживался по коридорам, пробовал голос. Присаживался к микрофону или вставал перед ним, и все смолкало. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметно. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. И сам, покорный общему закону, переменился я. Сам он редко доволен был этими записями. Браковал, переделывал, переписывал, придирчиво спрашивал мнение у всех. А сейчас нам дорога каждая магнитофонная коробка, на которой стоит имя Василий Иванович Качалов. Здравствуй, племя! Молодое, незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст. Как рассказать об этой огромной и значительной жизни человека в искусстве? Как рассказать о художнике, который был кумиром нескольких поколений зрителей? О человеке, о котором еще в 16-м году писали, что в России, в русском театре нет имени притягательней, нет имени, окруженного большими симпатиями, чем имя Качалова. Как нам, людям 70-х годов, приблизиться к этому искусству и воскресить его неповторимость, когда известно, что актерское искусство – самое хрупкое из всех искусств существующих. Василий Иванович Качалов родился в Старой Вильно 12 февраля 1875 года. Его отец Иван Шверубович был священником, служил в православной церкви на бывшей Николаевской улице. Влечение к театру я почувствовал с детства. Думаю, что эта страсть, как ни странно, у меня от отца. В нем сидел актер. Отец относился к службе артистически. Сына завораживал его голос, его пафос. Так было до тех пор, пока впечатления от первого же реального спектакля не вытеснили отцовский театр. Приезд
каждой актерской знаменитости становился в жизни Василия Швирубовича событием. Когда много лет спустя Качалова спросили, кто из виденных им актеров взволновал его больше других, он сразу ответил: комиссар Жевская. Тогда в Вильно он был среди восторженных гимназистов, которые делали ей успех с галерки. А Орленев снимал комнату у дьячка во дворе дома, где жили Швирубовичи. И однажды Вася Швирубович отважился почитать ему. Орленев сказал так: вы сами школа, вы учиться никуда не ходите, поступайте прямо на сцену, страдайте и работайте. И началась его жизнь в театре. Он играл в рабочих районах Петербурга, в труппе Суворина. Там, кстати, родился псевдоним Качалов. В Казани, в Саратове. За 3 неполных месяца 75 ролей. А в Астрахани за 5 недель 35 ролей. Известный в то время антрепренер Бородай предсказывал ему через год всероссийскую славу. Все было в его руках. И слава, и положение, и успех. Все. На этом, наверное, следует остановиться. Тут начинается новая страница в жизни и творчестве Качалова. Вот телеграмма, полученная премьером провинциальной сцены. Предлагается служба в художественном театре, сообщите крайние условия. Что делать? Ехать в Москву или оставаться провинциальной знаменитостью? Быть или не быть? Качалов решил ехать. Он все оставил и поехал в Москву, потому что страшно притягивало к себе некое новое театральное дело. Он приехал и увидел совсем новые, незнакомые ему театральные лица. А первый дебют Качалова на сцене МХАТа был провалом. Правда, это выступление было закрытым, не на публике, смотрела только труппа. Качалов отважился дебютировать сразу в двух ролях – Грозного и Годунова в спектакле «Смерть Иоанна Грозного» и жестоко провалился и услышал страшный приговор Станиславского. «Чужие друг другу, говорим на разных языках, испорчен провинцией». Кажется, страшнее ничего и услышать было нельзя. Что же оставалось делать? Возвращаться в провинцию? Оставаться тут учеником? И Качалов принял мужественное решение. Он остался. Он ходил на каждую репетицию Снегурочки, хотя его никто туда не вызывал. Ходил, слушал. Слушал совершенно новые для себя слова об искусстве, о правде, о простоте. И дальше произошло то, что в театральных кругах называют чудом. Его попросили однажды попробовать произнести монолог царя Берендея. Он прочитал его, и тот же Станиславский, взволнованный, бросился к нему и сказал: «Вы наш, вы все поняли. Вы поняли самую суть нашего театра». И художественный театр стал его домом навсегда. И лучшее, что здесь было создано, связалось с именем Василия Ивановича Качалова. Все, что он играл в этом театре, стало общим, совместным созданием его и Станиславского, его и Немировича Данченко. Гримерная Качалова. Здесь все осталось таким, каким было при жизни Василия Ивановича. Милому Василию Ивановичу Качалову, счастливец, вам дано высшее, что природа способна дать артисту – сценическое обаяние. Оно проявляется и в вашем таланте, и в уме, и во всей вашей личности. С этим волшебным даром вы побеждаете людей всего мира, и в том числе меня, Станиславский. Говорят, актер проживает две жизни. Одну, когда он творит на сцене, другую – в памяти тех, кто его видел. И вот мы говорим с людьми разных поколений, помнящих Качалова. Вслушайтесь не только в то,
что они говорят, но в то, как они говорят, что и как им диктует говорить человеческая память. Говорит народный артист республики Владлен Давыдов. Увидел я его в концерте в колонном зале Дома Союзов на этой красивой эстраде колонного зала. Он читал в концерте Маяковского сперва стихи, а потом играл сцену из спектакля «На дне». Он играл из четвертого акта сцену Сатина с бароном «Разговор». И вот он стоял столик, два стула, и он один сперва за Сатина, потом за барона играл, говорил монолог Сатина о человеке. И очень было всегда трудно как-то уловить, как он переходит от Сатина к барону. Вот это раздвоение, оно, кроме всего, было, конечно, очень всегда эффектно и интересно, но главный смысл, что два разных характера, гротесковый почти барон и такой проповедник добра Сатин. В этом альбоме есть совершенно замечательные фотографии молодого Василия Ивановича. Я не знаю, с чем сравнить по красоте и духовности это лицо. Не знаю, как на вас сейчас, это на меня это производит всегда огромное впечатление. Просто Качалов, просто без грима, а оторваться от этого лица совершенно невозможно. Вы тоже так? Да, ну это даже у меня слов нет, чтобы сказать. Это замечательный альбом, действительно, вы молодец. Но тут некоторые фотографии, они известны, а вот, например, такой фотографии в роли анатомы Василия Ивановича я просто не видела. Не знаю, вот еще одна, это мне известно. Да. А эту не знаю. Этот потрясающий грим. Да, грим фантастический, конечно, неправдоподобный, нечеловеческий. Между прочим, помните, Андреев говорил, что в его текст Качалов вложил совершенно другой смысл в этой роли. Между прочим, церковный синод, или как он тогда назывался, запретил этот спектакль исполнения Качалова. Вот Василий Иванович нам в студии как раз читал монолог «Анатомы». И, ну, мы не знали пьесу, конечно, так сказать, все. Вот, но это было впечатление какого-то невероятного, какого-то явления. Не то это человек, то ли это дьявол какой-то. И, конечно, когда вот грим смотришь, то понимаешь, догадываешься, вернее, что это было в целом. Конечно, неожиданно. Ужасно завидуешь тому поколению, которое видела. Да, конечно. Или Юлий Цезарь, но кто, как говорится, сейчас так задрапируется, я уж не говорю, так сыграет. Ну, сейчас вообще грим считают мешает, хотя я считаю это неверно. Ну, тут разные точки зрения, но вот в «Гамлете», скажем, он совсем без грима, вот. Ну, почти без Качалов. Грима, один парик, конечно, а лицо абсолютно Василия Ивановича, ничего не изменено. Об этой роли Марья Николаевна Ермолова сказала, что она считает, что это самый духовный «Гамлет» из всех, которые она видела. Вот фотография это Захара Бардина из «Врагов». Это я спектакль видел. Василий Иванович играл его до последних своих лет. Это Василий Иванович в роли несчастливцева. Он играл эту роль в спектакле «Лес». 37-м. Но он к ней относился совсем по-особому. Да, ну потому что, вероятно, это его была первая роль в студенческом самодеятельном театре, где он был признан уже в Петербурге как артист почти профессиональный. Потом он мечтал сыграть в театре, репетировался этот спектакль. МХАТ. Да, в МХАТе. Он читал нам в студии, кстати, вот монолог несчастливцева. Я думаю, что, может быть, тут еще что-то, не знаю, смысл роли, то есть любовь актера к театру, что ли, но что-то с несчастливцем очень интимное было связано у Василия Ивановича. Ну, видимо, он знал хорошо провинциальных актеров. Он же начал в Казани, в Саратове, в провинции. Но если искать среди имен драматургов имя, особенно близкое Качалову, это, конечно, будет имя Чехова. В наш обиход вошли такие слова, как чеховский тип, чеховский характер. Мне кажется, так можно сказать и о Качалове. Что-то их очень объединяло, какая-то внутренняя интеллигентность, деликатность, умение формировать себя как личность. Это было чеховское. Не случайно в чеховских первых ролях, в первых чеховских спектаклях МХАТа
личность Качалова проявилась так ярко. Вот один из известных советских театральных критиков Марков сказал, что Качалов убил старого театрального героя, торжественного, монументального, угасающего. Действительно убил. И родил какую-то новую героику в ролях Пети Трофимова, Тузенбаха. Не случайно, между прочим, когда спросили Качалова уже в последние годы его жизни, какую свою роль он любит больше всех других, он, не задумываясь, сказал: Тузенбаха, Тузенбаха из трех сестер. Тоска по труде. Ах, боже мой, как она мне понятна. Хотя сам-то я не работал ни разу в жизни. Родился в Петербурге, в холодном, праздном Петербурге, в семье, которая никогда не знала ни труда, никаких забот. Я помню, когда я приезжал домой с корпусом, лакей стаскивал с меня сапоги. Я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, если другие смотрели иначе. Меня оберегали от труда, да, оберегали, только едва ли удалось оберечь. Господа, пришло время. Надвигается на всех, на нас громада. Готовится такая здоровая, такая сильная буря, которая идет, уже близка. И скоро сдует с нашего общества лень. Вот это наше равнодушие к труду, нашу гнилую скуку, вы увидите. Вот тогда и я буду работать. А там через каких-нибудь 25-30 лет уже будет работать каждый человек. Каждый. Чехов в письме к Ольге Леонардовне Книпер-Чеховой писал, что его несколько пугает недоделанность образа Пети Трофимова в «Вишневом саде». Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняет из университета. А как ты изобразишь сии штуки, спрашивает Чехов. Вот Качалов сии штуки изобразил. Он передал колоссальный подтекст этой роли. И всю жажду перемен, и всю жажду нового, которую можно было выразить через образ этого студента, внешне некрасивого, нескладного, но сверхобаятельного, все это раскрыл Качалов в характере Пети Трофимова. Потом он сыграл многое. Астрова сыграл, Вершинина. А последней чеховской ролью был Гаев уже в советское время. Интересно, что Качалов сыграл его совсем не так, как играл его Станиславский, многолетний партнер Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой. И говорят, что когда Качалов играл Гаева, он каждый раз деликатно стучал в гримерную Ольге Леонардовне и говорил: «Ольга, извини, я сегодня играю». Сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, смотрю, там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет назад. Каково? Можно даже юбилей отпраздновать. Правда, предмет неодушевленный, но все-таки, как-никак, книжный шкаф. Да, это вещь. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Я приветствую твое существование, которое в течение вот уже более 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в светлое будущее, воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Да. Направо от шара в угол. Режу средний. Молчу. Вот листок из архива Качалова. Там слова «Мои университеты».
И дальше имена людей, которые для этого актера, очевидно, были его университетами. Станиславский, Чехов, Горький. И тут же Бауман, Сольц. Это товарищ юности, Качалова, большевик. Ашенбреннер, народоволец. Андреева, Плеханов, Кропоткин. И, наконец, Ленин. В Качаловской квартире скрывался от охранки Николай Эрнестович Бауман. И не просто скрывался, он стал очень близким, своим, любимым человеком в семье. Когда дома был Бауман, Качалов не шел, а бежал домой. И на актерские сборища спокойно приводил своего квартиранта, предварительно слегка подгримированного. И записки от подпольщиков передавал Василий Иванович Качалов и Нина Николаевна Литовцева, понимая, чем за это они могут поплатиться. В музее МХАТа хранится портрет Вадима Швирубовича, сына Василия Ивановича, подаренный ему. И вот тут мы видим на деревянной раме этого портрета слова, вернее, буквы от ФК МК РСДРП. Что это значит? Это значит финансовая касса Московского комитета РСДРП. Это значит, что средства от концерта Качалова пошли именно туда, на подпольную работу. Прятал Баумана и играл Петю Трофимова один и тот же человек. И в жизни его тайное было тайным только в силу условий, а явное рвалось на сцене, в творчестве. По-видимому, отсюда тот мощный смысловой подтекст качаловских ролей, протестующая мощь Бранда. Отсюда, видимо, такая страстная мечта Тузенбаха о будущем, богоборческий дух Анатомы. Отсюда, наверное, уникальная история с ролью Карена из спектакля «У врат царства». В эту роль, роль ученого, живущего своими убеждениями, Качалов вложил нечто очень важное для себя, очень личное. Он переосмыслил туманную философию пьесы, потому что очень точно определил в ней главный характер человека, который не поступится ничем, не продаст ни капли своей души за все блага, обещанные обществом. Это момент, когда Карена читает рукопись своего друга и понимает постепенно, что перед ним факт человеческого предательства. Друг предал то, что никогда не мог предать Карена. И еще одна роль была в качаловском репертуаре, которая прошла через всю его жизнь. Сейчас я говорю о Чацком. Едешь на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады, нет. В лицо мне посмотрите. Удивлены. И только вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто мы вчера вдвоем мы мочи нет друг друга надоели. Не наволос любви. Куда как хороши. Говорит народная артистка Советского Союза Ангелина Осиповна Степанова. В юбилейный год театра Василий Иванович решился вновь вернуться в роли Чацкого. Конечно, это было большое желание вернуться к большой роли, которая прошла с таким успехом у него в молодости. Это был и подвиг, потому что, конечно, в таком возрасте было трудно ему вернуться к молодой роли. Начались репетиции. Василий Иванович меня поражал тем, что он приходил на репетиции всегда очень подготовленный, с каким-то грузом тех мыслей о роли, тех
поисков в ней, которые были между репетициями. Этим он сильно отличался от нашего поколения, потому что Владимир Иванович Немирович Данченко однажды на репетиции «Трех сестер» сказал актеру нашего поколения: «Я не буду с вами заниматься, пропустим эту сцену». «Почему?» – спросил актер. «А потому что вы мне ничего не принесли». Вот это требование Владимира Ивановича работы над собой между репетициями Василий Иванович выполнял прекрасно. Но у него накоплено сколько было? Конечно, но возвращение к роли было трудным, потому что даже физически это было сложно. Помню, как в первом акте, когда Чацкий становится на колени, я у ваших ног, Василий Иванович в один прекрасный день сказал мне: «Ангелина, дай мне вот ту руку, которая не видна зрителя, я буду на ней опираться и буду вставать. Мне так будет легче». Это беспокоило его. То обстоятельство, что слишком большая была разница в возрасте между нами. А вы как это воспринимали? Я трепетала. Потому что, конечно, это был для меня Бог. И по красоте, изяществу, благородству внешних и внутренних своих качеств. И вот, Наталья Анатольевна, значит так. Был такой пример-разговор, когда Василий Иванович очень как-то беспокойный подошел к Владимиру Ивановичу и говорит: «Знаете что, боюсь, что она мне все-таки очень подводит со своим возрастом». Владимир Иванович сказал: «Знаете что, мы уже договорились с вами. Вы возвращаетесь к роли старой в день в год юбилея театра. Это не то, что вы претендуете играть Чацкого вновь. Поэтому забудьте обо всех этих обстоятельствах и давайте готовить роль, чтобы она была в вашем возрасте весомей, гораздо более тщательно отделанная, чем тот актер, который может сделать ее в молодом возрасте. Конечно, мы вам поможем гримом, мизансценами, костюмом, но вас не должно это беспокоить. Зритель не будет искать молодого Чацкого, он будет искать Качалову в Чацком. Вот здесь у меня дома прекрасные фотографии, которые мне очень много говорят, но, может быть, они скажут и нашему зрителю. Вот это появление Василия Ивановича Качалова в первом акте. Это Андровская? Это Андровская. Это «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног». Тут уже намек на костюмы, но нет, не полностью. Нет. Тут только атрибуты. Uh-huh. И правда какая-то uh-huh. уже декорация. Это Василий Иванович в третьем акте. Помню, что это центральная любовная сцена. Это центральная любовная сцена. Вот это наши аплодисменты. Василий Иванович в роли Чацкого. Это аплодисменты на генеральной репетиции, когда часть актеров уже разгримировалась и разделалась. Это кто? Это Масальский, Ершов, Станицын. Они уже без костюмов. А это замечание Владимира Ивановича Немировича Данченко после репетиции на другой день. Здесь Василий Иванович Качалов, Ольга Леонидовна Книпер-Чехова, Иван Михайлович Москвин, Николай Афанасьевич Подгорный, Василий Александрович Орлов, Владимир Львович Ершов. Из краешку вы? И из краешку я, Масальский, Горчаков. А тут дорогие фотографии из жизни. Вот это Василий Иванович и я в Киеве на гастролях. Эту фотографию он назвал «Я люблю вас». А эта фотография — я в счастье от его ласкового взгляда. Да. Это гастроли в Горьком. Вот эти фотографии дорогие, которые сохранились у меня от моего общения личного с Василием Ивановичем Качаловым. Конечно, искусство идет вперед, оно видоизменяется. Изменяется и мастерство актера, и наш аспект видения, понимания. Но какие-то вещи, какое-то величие, большая актерская индивидуальность, большая человеческая индивидуальность остается в искусстве вечно. Не знаю, мне трудно сейчас сказать, вот сейчас была запись спектакля, трудно определить сейчас, какой удельный вес она сейчас имеет.
Но какие-то вещи, наверное, останутся вечными. В своем мастерстве, в понимании и, наверное, в каком-то особом, что ли, флёре той эпохи, в которой мы находились. Вот, например, как замечательно Василий Иванович читал Лермонтовскую «Сосну». На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. К счастью, запечатлена игра Качалова в роли барона в пьесе Горького «На дне». Сейчас вы увидите эту пленку. Посмотрите, какого сегодняшнего звучания эта игра. Бывают актерские создания, которые настолько поразительны, настолько точны, что кажется, что иначе играть и невозможно. Мне всегда кажется, что просто барона играть иначе нельзя. Я всегда ставлю себя на место актера, который получил роль барона, и ужасаюсь, как же отделаться от влияния Качалова, как сыграть иначе. Горький, желая помочь театру, прислал целый альбом фотографий босиков, в том числе фотографию барона Бухгольца, с которого был написан персонаж его пьес. Качалов кое-что взял от этого барона. Но интересно, что процесс работы самого актера шел обратным путем, как он признался. Он переодевал в отрепье своих великосветских знакомых, разумеется, мысленно, и представлял себе людей, опустившихся на дно оттуда, якобы с самого верху общественного положения. Черт тебя возьми! Ты умеешь рассуждать спокойно? У меня, очевидно, нет характера. Ну, веди, вещь полезная. Ты рассуждаешь. Это хорошо. А я не умею. Я вот боюсь. Боюсь, понимаешь, дружу. Потому что же дальше? Пустяки, кого бояться человеку? Знаешь, с той поры, как я помню самого себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Черт его знает. Никогда и ничего я не понимал. Мне кажется, не опыт, ей-богу. Мне кажется, что я всю мою жизнь только и делал, что переодевался. А зачем, не понимаю. Учился, носил мундир Троянского института. А чему учился, не знаю. Потом женился, надел фрак, потом халат, а жену взял скверну. Зачем? Не понимаю. Продолжил все, что было, тогда стал носить какой-то рыжий пиджак, какие-то серые штаны, черт его знает. А как разорился, даже не заметил. Служил в казенной палате. Опять мундир, фуражка скокардная. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат. А потом надел вот это. Черт его знает, понимаешь? Все как во сне. Что это смешно? Не очень, скорее глупо. Мерси, да, и я думаю, что глупо. А ведь зачем же не будь я родился? Что? Вероятно, человек рождается для лучшего. Это Настя еще убежала куда-то. Куда она убежала? Пойду посмотрю, где она. Все-таки она для меня. Она для меня все.
Качалов играет жалкого человека, смешного, опустившегося. Но в то же время какая-то поразительная, щемящая и грустная нота, сожаление об этом, об этой человеческой судьбе звучит в исполнении Василия Ивановича Качалова. А чего стоит прозрение барона в четвертом акте? Ведь все прозрение заключается в одном. Человек прожил жизнь и ничего в ней не понял. А вот еще одна удивительная запись. Запись концертной сцены. Как раз той сцены, о которой говорил Давыдов в нашей передаче. В этой сцене Качалов исполняет сразу две роли. Барона и Сатина. Один актер вбирает в себя всю концепцию спектакля. Самую суть его конфликта. Качалов как бы отказывается от обычной обязанности актера трактовать одну роль. И истолковывает две центральных, контрастных по смыслу и по характеру. Ложь – это религия. Религия рабов и хозяев. Правда – вот Бог свободного человека. Браво, браво, браво. Прекрасно сказано. Я согласен. Браво, браво. И вот после барона, после Гамлета, после Тузенбаха, вдруг крестьянин Вершинин в пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд». Полная для всех неожиданность. Неожиданная режиссура Станиславского в этом спектакле, неожиданно его абсолютно свободное владение новым материалом, спектакль о людях, делавших революцию. Неожиданен Качалов в роли сибирского крестьянина-мужика. Вот фотография. Горький, Качалов, Станиславский после спектакля «Бронепоезд». Тут у Качалова такое темноватое лицо, это он еще не снял тон, бороду только убрал. Автор пьесы Всеволод Иванов и Вершинин Качалов. Советами Иванова очень дорожил Качалов на этот раз, страшно бережно относясь к говору, правильности, тона, страшно боясь фальши в этой роли. Я участвовал в этом спектакле. Это моя была первая роль в художественном театре со словами. Я играл там американского солдата. Павел Владимирович Масальский, народный артист СССР. Учил меня английскому языку сын Василия Ивановича Качалова, Вадим Васильевич Воробович. Хорошо учил, я сейчас с удовольствием вспоминаю наши уроки. Для меня было большое счастье участвовать в этом спектакле. Счастье, потому что я участвовал с таким великим артистом, как Василий Иванович Качалов. А Василия Ивановича Качалова с юношеского возраста, если можно так сказать, я обожал этого артиста. Я его видел почти во всех ролях. Я помню, что «Врат царства» я, наверное, смотрел раз 20, а может быть и больше. Это всегда волновало меня. И вот когда мне теперь предложили сказать несколько слов о Василии Ивановиче Качалове, то я, честно говоря, ужасно был взволнован этим. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. И вот почему-то, мне кажется, это ключ к Василию Ивановичу. Потому что он действительно был прекрасен во всем. И душа его, и лицо его, и мысли были прекрасными. И одежда была прекрасна. Нельзя сказать, что, ах, это был очень простой человек, но с ним всегда было очень легко. Если мы побаивались наших стариков, мы в то время молодежь, побаивались, ну уж я не говорю о Станиславском и Леониде Мировиче Данченко, но и Москвина побаивались, и Леонидова побаивались, то Василия Ивановича мы не боялись, а мы просто чувствовали какое-то уважение к нему. Нам всегда с ним было легко.
он создавал и умел создавать такую атмосферу, что было как-то всегда просто с ним. Вот такой какой-то был Василий Иванович. К нему нетрудно было подойти с любой просьбой, хотя мы всегда очень осторожно это делали. Очень осторожно. Но он был вот такой. Я не знаю такого человека, кто бы не любил Василия Ивановича. Сейчас я преподаю в школе-студии при Московском художественном театре, руковожу курсом. И я стараюсь передать своим студентам то, что я видел и то, что я получил от этого большого, великого художника. Студенты иногда слушают, как свойственно, но иногда так, вроде, с недоверием, что вроде, мол, я им сказки какие-то рассказываю. А иногда некоторые вот с открытыми глазами слушают, ах, вот как было. А некоторые говорят, да было ли это? И тогда я хочу сказать словами Горького, было, было, черт возьми, было. Я верю, что было. Я когда пришла учиться в школу-студию МХАТ, я сразу окунулась в какую-то легенду вокруг имени Василия Ивановича Качалова. Говорит актриса театра «Современник», заслуженная артистка республики Лилия Толмачева. Воскресенье. Я училась в студии, сидела на галерке. И помню, что вышел человек. Не старик, нет. О таких людях нельзя говорить, что он старик. Это вышел человек пожилой, очень красивый, статный, высокий. И время все отпечатки разложило на лице красиво, благородно, с какой-то добротой. Лев Толстой. Воскресенье. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, по которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем как и нефтью... Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, как ни старались люди изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали они эту землю камнями, чтобы ничего не росло на ней, как ни вычищали всякую пробивавшуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, не обрезывали деревья, не отгоняли от себя птиц и животных, все-таки... Весна была весной. Он вел этот тончайший психологический спектакль. Был в нем как бы судьей, но судьей справедливым, доброжелательным к людям. Это было так видно. Это было так заразительно. Тот, кто видел и слышал Качалова в этом спектакле, где он играл роль от автора, тот, наверное, уже не может быть просто читателем романа Толстого «Воскресенье». С тех пор прошло 40 лет. Мы насмотрелись и инсценировок, и разных театральных приемов. А тогда и режиссура Немировича Данченко, и роль, которую играл Качалов, все было новым, в театральном смысле революционным. А внешне все было крайне просто. На сцене появлялся человек в простой тужурке, с карандашом в руке. Иногда сходил в зал. Кто это? Автор романа? И да, и нет. Наш современник? Скорее так. Но только чувствующий и думающий лучше и глубже нас, сидящих в зале. Он входил на сцену и как бы всех ставил на свое место. Один критик писал, что Нехлюдова он вообще превратил в пустое место, что тоже было верно. Он как бы отошел от Нехлюдова и поставил его туда, где он должен стоять.
великосветскую гостиную, где пахнет дорогими духами, и где этому князю удобно и просто, как у себя дома. Он приходил в суд и давал понять, о чем думают эти люди, которые сейчас будут судить Катюшу, какие у них свои личные, интимные, далекие от суда мысли. А потом Качалов становился рядом с теми, кому предстоял страшный путь по этапу. Ни о воскресении Нехлюдова был этот спектакль. А если о каком-то воскресении, большом и духовном, то, конечно, скорее о воскресении Катюши, которой предстоял долгий и страшный путь на каторгу. И все это объяснил Качалов. Вот любопытный документ. Письмо Качалова Маяковскому. Дорогой Владимир Владимирович, тщетно пытался позвонить вам по телефону. Очень хотелось сказать вам спасибо за ваше хорошо. На Кузнецком с вами встретился нос к носу, дернулся было к вам, чтобы с благодарностью вашу руку пожать, но застенчив я, не решился. А молчать не могу. Пусть вам это все равно и даже наплевать, а я хочу как-нибудь свою радость и благодарность вам выразить. Буду учить, уже хочется работать, и буду читать хотя бы отрывки, если ничего не имеете против. С приветом и глубоким уважением, Василий Качалов. Я это письмо помню очень хорошо, потому что... Говорит Виталий Яковлевич Виленгин. Чернового автографа у Василия Ивановича в ящике я опубликовал в первом сборнике, посвященном его памяти. А между прочим, вот здесь, в этой самой комнате, за этим столом он читал Маяковского, и неоднократно. Он везде его читал. Был период, когда он без него не мог жить, и очень длительный период. Даже рискуя иногда неуспехом, он специально оговаривал с администраторами концерта, что он будет читать Маяковского и ничего другого. Ни на что другое не соглашался. Он за него боролся. Ведь это было то время, когда Маяковского принимали далеко не все. Он очень многим казался грубым, непонятным. А вот Качалов без него не мог. Он его читал всюду. Актером во время перерывов, в антрактах, в театре, в цеху какого-нибудь завода во время перерыва обеденного, куда он приезжал. Для колхозной аудитории мы с ним когда-то ездили в колхоз. Везде Маяковский был. Он ему был внутренне необходим. Он его молодил. Он его заставлял острее и напряженнее воспринимать жизнь. Поэтому у него было к нему какое-то особенное чувство нежности и благодарности. И потом он его понимал необыкновенно. Понимал и какую-то его сердечную ранимость. И страшно сочувствовал этой... страстности его поэтических атак на всякую мертвечину, на все отжившее, на все пошлое, на все ненужное в жизни. Вот это. Годами вынашивал своего Маяковского. Один раз сказал мне, ну, про юбилейное. Вот, кажется, теперь это у меня уже тут. Очень ведь много говорят всегда про голос Качалова. И я тоже об этом много-много думал. Мне кажется, что дело не в том, что этот голос был необыкновенно красивый, богатый по тембрам, по оттенкам. Дело в том, что он завораживал этот голос. Он соответствовал его личности, его душе. Не у всякого человека мог быть такой голос. Это особенное явление. И его никогда не определишь никаким сравнением. Как бы ни изощрялись в этих сравнениях. Да, тут уже многие слова надоели. Бархатный такой, сякой. И бархатный, и виолончели, и орган, и оркестр. А дело не в этом. Дело в том, что в нем ничто не обманывало. Эта гармония личности и творческого мира была удивительной. Между прочим, Алиса Конан говорит, это актер, который никогда не обманывал. Правильно. Так оно и было. И очень многие это на себе испытали. Мне иногда казалось, когда он читал стихи или прозу, что он нас берет куда-то с собой, на свои просторы.
и ни на чем не дает остановиться, ни на чем привычном. В том числе и на привычном, любимом Качалове тоже. Но строгость самооценки его, самокритичность невероятная, оставалась в полной силе даже тогда, когда контакт с аудиторией бывал полным, и когда он, в сущности, мог быть доволен собой. Вот я помню вечер поэзии Блока, качаловский, в зале Чайковского, который тогда недавно только был открыт. Сплошь Блок, весь вечер, стихи и поэмы. Мне казалось, что это было совершенно. Зал не расходился, не помню сколько. Страшно долго. Овации были. Он меня позвал к себе после этого вечера. И мы сидели с ним всю ночь вдвоем за столом. У них в столовой. Он закрыл дверь, чтобы не мешать домашним. У Нины Николаевны на другое утро была репетиция. И читал без конца. Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит: на хлеба, на грудь соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Василий Иванович очень любил своего сына Вадима. Вадим вырос, вошел в семью мхатовцев. Он, собственно, и был в ней с детства. Вот Сулержицкий, Качалов, маленький Вадим. Историю МХАТа уже и представить невозможно без Вадима Васильевича Шевербоевича, который много десятилетий хранил то, что можно назвать культурой художественного театра. Сейчас он декан постановочного факультета школы-студии. И если можно передать новому поколению то, что называется эстафетой, самую природу такого человека, как Качалов, это делает его сын, говорит Вадим Васильевич Шевербоевич. Василий Иванович часто говорил о справедливости, утверждая ее трудность для человека и необходимость хотя бы стремления к ней. Мне кажется, что он считал, что стремление быть справедливым, беспристрастным – самое определяющее человека стремление. Стремление к справедливости, со стремления понять интересы других людей начинается вообще всякая человечность. Мучительно раздражаясь всякой грубостью, он особенно яростно возмущался хамством сверху вниз, считая, что вообще никому нельзя хамить, и никому нельзя подлизываться, нельзя ни пред кем присмыкаться и заискивать. Он мог скорее простить человеку, если он нахамит начальству или будет заискивать у подчиненных, чем если он унижается перед власть и силу имущими и хамит вниз. О чем думают эти 20-летние, когда слушают рассказы о Качалове? Так или иначе, в искусстве нет более сильного примера, чем пример живого человека. Надо надеяться, что-то западает в их юные головы. А рассказов о Качалове множество. Они до сих пор живут в стенах МХАТа. И очень разным. То мягким, то добрым, то очень злым, непримиримым, жестким предстает в них Качалов. Вот, например, говорят, был в МХАТе такой маленький скромный работник Степан Евгеньевич Валдаев, одевальщик театра. В 41-м году он тяжело заболел. И Качалову кто-то сказал, что в театре к этому отнеслись формально. Вот тут увидели Качалова в гневе.
Он кричал: «Степочка – это рыцарь театра. И если в театре этого не понимают, значит, такого театра не существует вообще». Таким тоже был Качалов. Однажды репетицию вел один из старейших, авторитетнейших режиссеров МХАТа и пришел на эту репетицию в плохом настроении. Как это бывает, вымещал это на тех, кто от него зависел, прежде всего, разумеется, на молодежи. Качалов сидел мрачный, молчал. А потом подошел к этому человеку и сказал: «Я не знаю, что ты волнуешься. Если кто и безобразничает в этот момент, то только ты». Так что Качалов был и мягким, и совсем не мягким человеком. Василий Иванович Качалов был очень красив. Говорит народная артистка Советского Союза Софья Владимировна Гиацинтова. Но вопрос в том, что с этой красотой делать артисту. Вот Качалов умел. Он умел спрятать эту красоту, ну, как бы внутрь себя. Он не играл своей красотой. Много он ролей прекрасных играл, где эта красота нужна была. Ну, вот мы вспомним, например, «Барона на дне». Боже мой, опухшие, одутловатые, в каких-то грязных лохмотьях, и с пятой, пьяный. Ну где красота? Он был просто урод. Ну почему зрители сразу нацеливались на эту фигуру? Они не выпускали его взглядом, потому что чувствовалось, что там внутри, там что-то такое живет, помимо этого уродства. Я, например, всегда как-то мысленно в мечтах его переодевала, барона. Надевала на него хороший пиджак. Вот человек совсем при других обстоятельствах. Вот он мне таким представлялся. Я его прикрывала, его уродство такое. Но он побеждал. Он побеждал вот это внутренним чем-то. Он как-то просвечивал. И люди, следя за бароном, все время от него чего-то ждали великолепного. Ну, а анатема? Ведь это уже по гриму, это был не человек, это было чудище какое-то, это было страшно. И все-таки все бывали покорены. Покорены чем-то внутренним, вот светящимся, чем-то ненавидящим зло, стремящимся к чему-то. Это была волна какая-то, которая охватывала зрителей. И еще мне вспоминается его роль, это Тузенбах. Какой лишенный блеска, лишенный какого-то обаяния человек. Вот что называется некрасивый, как будто бы неинтересный. И опять, вот он входит на сцену, и зрители следят, следят за этим очарованием, следят. Это внутренняя красота, это огромная любовь, это что-то такое богатое, что он прятал внутрь. И он совершенно не играл своей красоты. А он ведь был кумир. Он был кумир всех девушек молодых. Я тогда была гимназисткой. И я очень хорошо помню, как Качалов не допускал у гимназисток ни писка, ни визга, никакой вульгарности по отношению к себе. Он был строг. И все девушки ограничивались тем, что покупали его фотографии и держали их в партах и любовались. А я, подумайте, какая я была счастливая. Я поступила в художественный театр, меня приняли. И даже дали безмолвную роль горничной в пьесе «У жизни в лапах». Качалов играл красивую роль тогда, пербаста.
У него летящие были рыжеватые волосы. Он вступал на сцену с огромным букетом цветов, смеющийся, великолепный. И в конце второго акта он хватал горничную, которая ему подавала пальто, в свои лапы и целовал ее. Слава по гимназиям прокатилась просто. Никто не знал ни моей фамилии, ничего. Я называлась та, которую поцеловал Качалов. Мы собрали кадры кинохроники, на которых запечатлен Василий Иванович Качалов. Это кадры разных лет. Всмотритесь в них. Как бы ни была несовершенна эта пленка, на ней живой Качалов. Это выступление Качалова на митинге в защиту Испании в 1936 году. Качалов среди зрителей. Василий Иванович читает письма, которые приходили к нему десятками каждый день от зрителей. А это, очевидно, один из приездов Василия Ивановича в дом звукозаписи, как я понимаю. Тогда, кстати, эта студия звукозаписи помещалась не на Малой Никитской, а в здании Центрального телеграфа. Немирович Данченко. Вишневский, Леонидов. Станиславский, Книпер, Чехова. Лилина Марья Петровна, Гремиславский. Одно из заседаний художественного театра Константин Сергеевич Станиславский, Вишневский. Владимир Иванович Немирович Данченко, Марья Петровна Лилина справа. Это Михаил Иванович Калинин вручает Качалову орден Ленина. Евдокия Дмитриевна Турчининова рядом с ним. Сейчас будет говорить народная артистка республики Софья Станиславовна Пилявская. В начале лета 48-го года мне довелось навещать в санатории Барвиха Ольгу Леонардовну Книпер-Чехову, которая была там после тяжелой болезни. Василий Иванович тоже жил в Барвихе. Помню, мы шли какой-то длинной светлой галереей или коридором. И в конце его увидели Василий Иванович. Бодрый, как будто совсем здоровый. Какой-то стремительный, прекрасный. И у меня невольно вырвалось «Царь людей». Когда мы здоровались, моя спутница повторила эти слова. На долю секунды изменились глаза. Потом опять стали прежними. И Василий Иванович сказал, нельзя сострить злее. И еще что-то, не помню. Но знаю, наверное. Тогда Василий Иванович помог Ольге Леонардовне выздороветь. В те годы наши старики, как любовно называли их, очень дружили, как-то жались друг к другу.
Василий Иванович был очень нежен с Ольгой Леонардовной, но и очень тверд, даже императивен. Когда пришло время нам уходить, он просто заставил ее встать с кресла, помог одеться и бережно повел. И они проводили нас до крыльца. Помню их на скамье, освещенных солнцем. Василий Иванович был в синей вельветовой пижаме, в белую звездочку или в кружочек. На Ольге Леонардовне была ее длинная темная пелерина. Какие они были красивые! Хочу жить! Да-да, хочу жить! Если бы я даже потерял веру в жизнь, ну, разверился бы в любимой женщине, разверился бы в высшем порядке вещей, и даже наоборот, если б я убедился, что все, что не есть на свете, все проклятый, беспорядочный, даже, может быть, бесовский хаос, я все-таки захочу жить. И уж как припал к этому кубку жизни, я не оторвусь от него, пока весь не допью. Все победит моя жажда жизни. Все, всякую обиду, всякое разочарование. Ты знаешь, Алеша, я часто спрашивал самого себя, неужели есть в мире такое отчаяние? То есть такое отчаяние, которое победило бы во мне вот эту мою исступленную жажду жизни? И всегда отвечал самому себе, нет, такого отчаяния нет. Вот эту жажду жизни иные моралисты, но сопляки. Сопляки-моралисты эту жажду жизни называют подлой. Подлой. Почему? Почему она подлая? Просто центростремительной силы. О, много еще на нашей планете. Жить хочется, жить. И я живу хотя бы вопреки всякому смыслу. И пускай я не верую в высший порядок вещей, но мне дороги вот эти весенние клейкие листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого даже не знаешь, за что любишь. Дорог иной подвиг человеческий, который даже уже не веруешь разумом, а все-таки сердцем чтишь по старой памяти. Да, я все люблю. Я и могильные камни люблю, и голубое небо люблю, и вот эти клейкие весенние листочки. Тут ведь не ум, нет, тут не логика, нет, тут нутро, тут чревом любишь. В начале сентября нужно было отвезти на подпись старикам бумаги, что-то перед юбилеем нужно было подписать. Поручили это мне, и я с радостью поехала. Добралась я до Никольной уже ближе к вечеру. Помню, сидели не на террасе, а в столовой. Все были в сборе. Меня ласково приняли, и тут же начались вопросы о театре. Как же ему было нужно все знать, как он жадно слушал обо всем, что касалось театра. Он страстно любил театр, как любил все живое. И потому до последних лет с такой силой, с такой мощью в его устах звучали строфы Пушкина, Толстого,
Достоевского. Прекрасными можно назвать последние годы жизни Василия Ивановича Качалова. Годы мужественного преодоления неизбежного. Силу и мужество этому человеку давали стихи Пушкина, мудрость Толстого, несгибаемая воля и вера гётовского Эгмонта. Все кончено, все решено. Но что со мной? Откуда в душу мне вошел покой? Какая ясность духа? Не страшно мне совсем, и я не одинок. Друзья мои, народ любимый мой, товарищи мои, я с вами, я жил для вас, и дух мой вечно с вами.